Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И многие из вас интересуются у нас квартирами с ремонтом, да? И обязательно нужен статус квартиры, чтобы паркинг был в доме и так далее. В принципе, это нормальные запросы, поэтому давайте мы сейчас одну из таких квартир посмотрим. Ну, еще, конечно же, хотят, чтобы было близко море и так далее. Вот сейчас заходим в одну из таких квартир. Кстати, я сначала прошелся, посмотрел, мне самому понравилось. Здесь у нас огромный шкаф-купе, прям реально огромный. И в целом здесь мне даже тоже все понравилось, да, хорошо, хорошее заполнение сделано. Видите, похудел, прям аж приятно тебя на меня посмотреть. Так вот, на входе что понравилось? Сделано все довольно-таки добротно. Давайте посмотрим санузел, именно с него начинаем. Санузел большой, да, вся техника остается, здесь год никто не жил. Ну и в целом здесь вот все очень даже неплохо, ну реально неплохо и даже сказал бы даже хорошо. Конечно, некоторые из вас скажут, мы там ремонт сделаем гораздо лучше для себя. Ну согласен, ребят, просто я очень много видел у нас уже вариантов с ремонтом и могу сказать, что вот этот ремонт, он более чем достойный. Я могу сказать, что здесь прям нормально, да, ванная комната, ванна есть, соответственно, здесь можно при желании полочки еще понаделать, в общем, все здесь хорошо. Кстати, не сказал вам про квадратуру, квартира 56 квадратных метров, высокие потолки, 3 метра, ну и давайте посмотрим первую, зайдем в спальню. Спальня в целом тоже довольно-таки неплохая, обои по качеству хорошие, вот я потрогал. Здесь вот такая небольшая спаленка, со спальню у нас есть возможность выйти на балкон. По соседству, конечно, не самый лучший, не знаю, там, самый лучший вид, да, это вид на соседнюю крышу, да, ну, опять же, да, все относительно, зато есть балкон, и в целом, при желании, балкон можно было застеклить. И здесь тоже, у нас, видите, все подводки под телевизор сделаны, здесь можно повесить телевизор, потолок тоже довольно-таки оригинально сделан, ну, в общем, все сделано довольно-таки неплохо. Ну, единственное, что вот здесь куда-то шторы делись, да, потому что у нас жалюзи актуальнее. В общем, здесь, вот в этой комнате, в принципе, жить можно. Теперь следующий вариант, да, еще одна жилая комната. Здесь у нас больше сделан, как, не знаю, как зал, скорее всего. Хорошее у нас остекление. Ну, и, конечно же, здесь мы можем с вами видеть, да, тоже соседняя крыша, но в целом, как бы, как вы видите, сторона солнечная, поэтому приходится пользоваться жалюзи. Здесь, в этой комнате, довольно-таки комфортно. Кстати, это сделан ремонт тоже довольно-таки хорошо, в том числе и потолок, и люстра. Все тоже сделано, можно сказать, просто на отлично. Ну и вот, конечно, тут же есть у нас интернет, да, и все 33 удовольствия. Ну и давайте посмотрим с вами кухню. Сейчас убрали у нас дверьку для газовщиков. Ну а так, обычно, да, идет у нас индивидуальный газовый котел. Соответственно, горячая вода у нас идет у нас своя. Только здесь холодная вода вы оплачиваете. И оплачиваете только, получается, газ и электричество. При этом можно у нас существенно сэкономить. Потому что, например, если бы здесь была вода центральная, горячая, ну, как бы, именно от городская, то здесь можно бы у нас и разориться. Здесь мы видим с вами, есть долгострой, есть у нас тут Барселоны и так далее. Ну, в целом, этот вариант, я считаю, довольно-таки неплохой. И его можно рассматривать. Ну и теперь расскажу коротко, да, почему я не люблю рассматривать частные дома или частный участочек, да, какой-нибудь подстроительство, потому что вот так может вырасти, вот он вроде домик, да, и вот один дом, второй, третий, четвертый, все вокруг повырастало, и уже прелесть частного сектора уже улетучивается. В общем, квартира продается с техникой, с мебелью, здесь тоже все тоже оригинально сделано, ничего не забирается. Может быть, и ремонт уже не актуальный. Ну, в целом, я думаю, что когда вы покупаете вторичку, нужно иметь в виду, что
прям супер, мега классные вторички, никто никогда в жизни вам продавать дешево не будет, потому что здесь в Сочи все, кто у нас делает ремонт, они всегда спокойно же отбивают этот ремонт, в отличие от регионов, поэтому либо вы покупаете квартиру, вторичку с очень плохим ремонтом, да, самым дешевым, да, чтобы можно было заработать, либо вы иногда покупаете квартиру, которой ремонт делался для себя. Но опять же, для себя 100 людей, 100 разных мнений. Вот здесь квартира сделана для себя, я считаю, что довольно-таки неплохо. В общем, ребят, 56 квадратов, статус квартира, первый этаж, блин, как я сейчас ударил. Также внизу есть паркинг под дом, домофон, не знаю, там интернет, все это имеется. Ну и ценник у нас идет по 100 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому цена этой квартиры 5 600 000. Дорого это или мало, не знаю. Попробуйте найти дешевле. Еще раз повторюсь, статус квартира до моря, до пляжа Альбатрос, то есть буквально минут 10 пешком, не больше. Ну, придется в горочку преодолеть. До Виноградной улицы там не больше 200 метров, придется тоже немножко в гору пройтись. Но при этом рядышком у нас резиденция Владимира Владимировича Путина, хорошая транспортная развязка, улица Виноградная. И вот адрес: улица Виноградная, 100, а вот не скажу. Обращаемся, тогда покажу и помогу вам приобрести. Ну, теперь, ребята, всем пока. Если понравилась квартира, ставьте лайк. Если желаете посмотреть квартиру, обращаемся. С большим удовольствием покажу. А теперь пока.